Антоненко Ирина, Екатеринбург. Woke up in New York City. Екатеринбург. Конкурс я попала после конкурса «Мисс Екатеринбург». Конкурсы вообще, я считаю, что это какая-то школа определенно. Воспитывает в тебе такого жесткого человека, и мягкого, и леди, и женственный становишься. Весь город за меня болеет, это очень приятно, это большая поддержка и большой плюс. Конечно, я буду бояться, переживать, может быть, даже у меня будут немножко трястись коленки, но это буквально до первого выхода, а потом будет хотеться еще выйти и еще выйти, и уже ничего трястись не будет, бояться не буду. Будь только. Мое вдохновение в этом глянцевом мире. Джульетта должна умереть. Антоненко Ирина, Екатеринбург. Мое Виктория Ефимова. Из Евросоюза. Итак, вам достается вопрос от зрителей. Вот это испытание. Ирина, давайте я прочитаю вопрос, а вы на него ответите. Женщины любят давать своим молодым людям разные милые прозвища. Суслик, тигренок, козлик. Я не знаю, что переводят нашим иностранным гостям. Как бы вы ласково назвали ведущего сегодняшнего конкурса и почему именно так? Я спешу напомнить, что ведущий сегодняшнего конкурса — это я. Ну вот я смотрю на вас и думаю... Не козлик. Нет. Наверное, Пуся. 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 Спасибо, Ируся. Аплодисменты нашей красавице из Екатеринбурга. Хорош. Мисс Россия 2010, Антоненко Ирина из Екатеринбурга. Дамы и господа, Ирина Антоненко, город Екатеринбург. Мы поздравляем всех жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Я думаю, сейчас они ликуют перед телевизорами.